Привет, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого Египетского. Алексиса Египетского. Клео Алексиса. Блин, не знаю, как мне еще Клеопатру сюда приплести. В любом случае, Sid Meier's Civilization 6 на уровне сложности божество за Египет. С огромнейшими проблемами в начале партии. И в отличие от многих предыдущих партий, тут вообще... Я не верю, что тут вообще можно выиграть на самом деле. Вообще не верю, но... Начните смотреть лучше с первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Мы тут вышли в героический век. Я взял, ну, плюс 3 золота за каждый специализированный район в зарубежном городе. Международные торговые пути дают. Бонус за соседство кампуса не только науку, но и производство. Но в данном случае у меня кампуса очень хреновые. Вряд ли мы тут много получим. Тем не менее, хотя бы так. И к оружию. Плюс 15% при создании военных юнитов тоже вряд ли надо. Значит, я сейчас пытаюсь максимально улучшить города рабочими. Что я думаю, какие у нас впереди? Нам в любом случае, опять же, надо забирать испанца. Лас-Пальмас отваливается явно к Византии. Нам испанцы в любом случае надо забирать. Но как это сделать, тем более, что мы отстаем по науке, я пока без понятия. Ладно. Вырубаю. Да, и еще раз напоминаю, что вот у меня по статистике на 60% уменьшился доход на канале. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за это. Но в этом я YouTube поддерживаю, чтобы не платить налоги в России. Все верно. Тем не менее, если вы находитесь где-то не в России, то поддержите, пожалуйста, меня долларом, лирой, шекелем, что там у вас есть. Меньше доход, меньше видео на канале. Вот такая закономерность. Ладно, лесопилочку. Давайте еще по городам пройдемся. Я вроде везде довольство поднял. Так, тут у нас именно на рост идет фокус. Мне надо ракидет отращивать. Так, Мемфис, кстати, тоже можно повыращивать немного. Но тут он так по максимуму стоит. Так, тут нету жилья, тут нету жилья. Тут можно расти, и тут нету жилья. Давайте еще раз на всякий случай глянем, что я точно нигде не могу больше город поставить. Вот это, конечно, я не ожидал, что сюда Византия влупит город, но фиг с ней. Фиг с ней. И уберу вебку, тем более, что она подвисла почему-то. Так, что-нибудь мы тут будем менять? А, кстати, шпионов. Шпионов я, по-моему, уже... Одного я уже сделал и отправил... Да, в Ньюкасл. Тут я... А индустриализация у меня не ускорена? Блин, может мне купить мастерские? Давайте что-нибудь другое. Вот тут мастерская есть. А, так я сейчас могу, наверное, купить. Ну-ка. 309. Давайте тогда купим и откроем сразу. Хобана. Промышленную эру вышли, смотрим, что у нас с углем. У нас вроде уголь есть, зашибись. Вот это везука. А то у нас вообще никаких ресов нету. Так, отлично. Отлично, ребята. Ну, только мы начнем не с фабрики. Тут все-таки надо на науку нам упор делать. Блин, а как бы мне другие цивилизации вообще найти? Я ж тут не могу. Я, во-первых, не могу открытые границы ни у кого. Я не могу тут никак пролезть. Так, пошли вот этот уголь обрабатывать. Что нам дальше? Мне надо максимизировать мою науку. В любом случае. Не знаю, я бы не брал книгопечатами, дипломатическая видимость нафиг не нужна, запретный город я все равно не построю. Поэтому сначала банковское дело, потом астрономия, оружейную я могу еще построить. Дальше, научная теория, просвещение, я вроде в него иду, да?
Я как раз вроде просвещение к этому моменту открою. Хотя 9 ходов что-то... Ну ладно, пока так. Пока так. Тут что-нибудь будем менять? Может, содержание юнитов пока убрать? Потому что денег дофига идет. А вот что вместо этого поставить? Здание... Может, на плюс 30 к созданию военных лагерей, гаваней и в них? Ну, то есть, у меня есть один военный лагерь, там построить оружейную, например. Жилье можно, квартал Медины, кстати. А почему у меня нету наследия этого олигархического? Ладно, квартал Медины я точно поставлю. А, подожди, с тремя и более специализированными районами. А у меня таких городов-то только... Не, Ракидет, Мемфис... А, ну да, нормально. Мемфис, Асуан. Юн... Не, можно ставить. Да, ставим на районы. Так, у меня какой-то город без... О, Аншан почему-то у меня без... Вот так ставим. Видите, жилье появилось в Асуане. Растем. Здесь рост ставим. Ну, вроде... Вроде норм. Так, теперь я коплю деньги на покупку рабочего. Сколько это мне надо? 225. Мне точно надо было мастерскую купить, чтобы ускорить это все. Так, ну, японца по науке догнали. Почему испанца забирать? Потому что мы с ним два самых отсталых. Я только его могу забрать, и усилиться я могу только за счет него. Уже и греческая культура над моей доминирует. Да, ну это по второму разу новое время. Так, голосование. Скидка на постройку угольных. 2 очка дипломатической победы за себя. Всемирную выставку можно. И юниты с указанным типом повышения. Ну, я бы за арбалеты проголосовал, дальнобойность. Не факт, что вообще это все что-то из этого пройдет. Давайте смотреть. О! Персов зря. А что произошло, интересно? Так, по-моему, это последний, с кем я должен... Так, плюс 5 ближний бой. Запретить атомный вообще нормально. 2 очка. Кир получает. И всемирная выставка началась. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Это последний, кого я должен осуждать. Напоминаю, челлендж. Я обязан первые 10 встреченных цивилизаций осудить. Так, что у него? Торговать с ним чем-нибудь можно? Не-а. Так, а вот тут еще японца. И Австралию. Может взять у него китов. Только сначала осудить, потому что он так дешевле отдает. Если у нас хорошие отношения. Ну, вообще, у меня там плюс 5 счастья. Больше плюс 4 нету смысла в городах держать. Вообще тут плюс 3. Ну давайте. Вот смотрите, видите, я осудил красное. Теперь не будет, он не будет говорить, что ему, что он хочет за китов. Не, подождите, я пока не буду. Я хочу накопить на рабочего. Мне рабочий 100% нужен.
Так, что мы здесь обрабатывать? У нас два заряда. Библиотека построена. Универ. Ну, я бы вот здесь вырубил и шахту поставил, так? Так, начинаем. Блин, что так слабенько? Так, нам надо разведуправление 100% строить будет после зала для приема. А, слушайте, я еще зал для приемов построю, это еще плюс, к счастью, будет. И к жилью. Это важно. Так. Ну, немножко. Не, ну, все равно, конечно, хрень. Я не знаю, как мы догоним остальных лидеров. Я напоминаю, Инк уже в информационной эре. Ну, если и в этой партии компьютер раньше меня не улетит, я не знаю даже, что тогда. Ну, подожди, я пока... Слушайте, а может, вот мне пришло на ум, может мне сложнее сделать не пытаться испанца захватывать, а чисто в развитии? Ну блин, но это совсем уже тогда я себе шансов как-то не оставляю, вам не кажется? Так, покупаем здесь рабочего. Ну, здесь, потому что тут у нас Лян сидит. Дополнительный заряд. Так, теперь... Раз, два, три, четыре, пять. Ну, надо в Шедет сажать. Я бы Мокшу сажал. Хотя он там не особо что будет давать. Просто Амани я бы в какую-нибудь ГГшку направил. Самарканд и так мой. Ну, вот это, конечно, подстава. Вот это глюк игры, что он не открывает территорию, не показывает юниты. Так, Александрета обратно присоединил и опять отваливает. Я не знаю, что тут за проблема. Ереван, кстати, забирают. Что за проблема? То есть он отваливается по лояльности от Александра, но потом, когда он отвалился, он присоединяется опять к нему почему-то. Так, универ следующим ходом будет. Мне не дадут открытые границы цивилизации, с которым у меня вот такое красное отношение. А они у меня не могут не быть красными, потому что я обязан постоянно их осуждать. Я знаю, почему у меня не было наследия, потому что я еще зал для приемов не построил. Теперь я строю разведывательное управление. И вот теперь у меня точно есть... Олигархическое наследие. Ракидет. Довольство огромнейшее. Все в рост. Включаем. В Мемфисе. Рост. Ну, тут может быть все-таки обработать... То есть я тут поставлю какой-нибудь район, но когда-нибудь. Нет, все то же самое. Так, а что мы тут построили? Библиотеку, универ строим. Блин, мне бы еще хоть какую-нибудь научную ГГшку, но здесь, конечно, они есть где-нибудь живы. Тоже чисто на рост включу. Самарканд перекупили. Но мне он не... Ну, торговые эти купола, конечно, прикольно, но мне достаточно просто 6 послов там иметь. Сейчас я банки буду строить.
а не хочу его в союзниках. Тем более, знаете, чем еще хорошо не иметь его в союзниках? Его не захватят. Сейчас, правда, с этой вот силой 81 его и не могут захватить. Какой квест? Вдохновение для реформации я не могу сделать, потому что это ваша религия должна в 6 или в 8 городах, что ли, быть. 5 ходов просвещения. Ничего не меняем. Повод для войны, формальный повод Филиппу, но это война Золотого века, имеется в виду. Так, универ. Не буду я дамбу строить. Точно нет. Так, давайте банки. Куда у меня самый дорогой... В Никею. Из Шедета. А, будет морской караван, да? Ну давайте, я должен, по идее, каравеллу добить. То есть я просто боялся, что могут, например, грабить. Давайте из Шедета действительно купим торговца. Потому что это морской караван, соответственно, он больше... А где Никея? Сюда. Угу. Так. Шахту. А, еще могу выстрелить. Так, этот рабочий бежит уголь обрабатывать. Я хочу на воду спуститься, но пока боюсь, пока тут каравелла есть. Так, я могу в Аншане... Плюс один везде. Я в принципе... Вообще, я могу вот здесь акведук поставить. И вот здесь промышленную зону тогда. Мне кажется, так и надо сделать. Причем надо сначала с промышленной зоны начать. То есть мы отдаем вот эту клетку сюда. Промышленная зона плюс 2 идет. А потом сюда акведук. Универ в Иуну. Ну, я бы, наверное, сначала банки строил. Потому что я за счет денег тут должен добавлять. Почему не фабрики и не угольные, они позже начнут электричество давать? И вообще, мне где-то в одном месте надо вообще посчитать. Мне либо в Мемфисе, либо в Ракидете надо это будет делать. Ну, потому что в радиусе 6 клеток же работает. Так, тут нам гавани будут нужны в Шедете. Кстати, про гавани. Давайте, может, их откроем. Давайте астрономию. Вообще, тогда тут промышленная зона, акведук... Блин, так не хочется тут лес убирать, честно говоря. Ну, то есть, промышленную зону на плюс 3 вот тут можно поставить, но для этого надо этот лес вырубить и тут акведук сделать. Очень жалко. Реально очень жалко. Блин. Ладно, давайте, наверное, строителя пока тут буду делать. Надо подумать. Возможно, все-таки так и надо сделать. Ну, потому что... Ну, а почему нет? Производство хоть... Появится. Сколько военных инженеров у Александра Бибигонского. Интересно, я вообще монополию тут смогу сделать? У меня вряд ли будет. Хотя... Торговец. Мне нужен великий торговец.
Не, вряд ли. Очень вряд ли. Слушайте, а лидер, надеюсь, в науке, да, Инк. Хотя вот какой-то еще неизвестный. Еще какой-то неизвестный игрок. 46-49 технологий, у меня 30. Я на 20 технологий отстаю. Ужас. Блин, 50... А почему такой низкий шанс? У меня еще раз... Слушайте, давайте я подожду, когда разведывательное управление откроется. Или давайте, знаете что... Начнем спровоцировать беспорядки. А почему с них? Потому что при поимке вроде не выгоняют... Ну, то есть не убивают шпиона. Так, ну что, поплыли. Покупаем рабочего. Или... Или что-нибудь... Нет, ну, нам нужны рабочие. Не все клетки обработаны, видите? Нам точно нужны строители. Дальше... А, и плюс нам даже в первую очередь вот тут надо два... Этих обработать. Но я бы вот этого краба убрал, обработал этого и этого, и тут гавань бы ставил. Но пока не открываем навигацию по звездам. Институт просвещения. Блин, мне оружейную нужно. Наверное, оружейную надо будет купить. 390, эти 180, 390. То есть 570 монет надо. Все, не покупаем пока больше рабочих. Он тут явно что-то делает, чтобы меньше крали техи. Битва апостолов происходит. Я вообще могу какую-то выгоду получить с их религией? Все чудеса света. Нету чудес света. Собор негде строить. Не-а. Ну, дешевле миссионеры и апостолы, но я их тоже не могу строить. То есть я вообще... Вот с индуи... Это синтоизм, наверное. Конфуцианство. С конфуцианства я вообще нифига не получаю. Кир пострадал от стихийного бедствия. Ну, тут нету смысла отказываться, это все равно пройдет. Они его все равно продавят. Так смысл, может быть, поучаствуем... Так, во всемирной выставке. Наверное, тоже не надо участвовать. Я, конечно, в ней участвую, но... О, Мали встретили. А вот с этими я могу дружить уже. Так... А что я получу? Одно очко дипломатической победы, 100 очков великих людей. Блин, было бы неплохо, кстати. Ну и серебря, ускорение двух социальных институтов. Блин, ну мне есть что в городах строить, вот в чем проблема. Так, Мали. Значит, во-первых, посольство. Это первая цивилизация, с которой я могу нормально тусить вообще. И у него тут куча... Куча, короче. О. Принять сделку. А где он? Угу. С кем-нибудь воюет вообще? Воюет с Кореей. А как у него развитие? Ну, неплохо. Он что, не на втором месте? А, на втором месте уже Корея. Ну, значит, нормально. Кстати, хорошо, что они с Кореей воюют. Два лидера воюют. Это норм. Слушайте, а что у меня по затоплениям?
Да, вообще, ну, эти два затопят, вообще пофигу. Норм. Хоть тут можно не беспокоиться. Так, научную теорию надо отложить. Только у меня до просвещения два хода осталось. Ой-ой-ой, охухошеньки. Так, давайте пока астрологию откроем. Так, этот как раз вырубит лес, обработает уголь, вырубит здесь краба и этого обработает. Так, значит, этим отправляемся вот тут все улучшать, в Иуну, точнее, вот эти клетки. Универ, банк. Австралия объявила войну Корее. А, там какой-то кризис они приняли. Черт, я не... Вот, цель кризиса. Я не посмотрел, там что-то по какую-то ГГшку. Кстати, очень здорово, что они... Так, Кореи там... О, зашибись. Испанец тоже, да? И испанец тоже. Очень здорово. Занимайтесь, ребята. Так, я обогнал уже испанца и японца по науке. Напоминаю, мы прямой наводкой валим в химию. Потому что мне сначала надо науку улучшить, а потом уже думать, как испанца забирать. Сейчас надо будет казармы купить. На оружейную еще не хватит денег. Фига себе. Ко мне этот город? Вау. Неожиданно. Неожиданно, честно говоря. Так, давайте книга... Нет, давайте порох. Тут два хода я как раз ускорю. Я как раз ускорю. Значит, в Ракидете... Покупаем казармы. Следующим ходом оружейную. Блин, а я могу так, рудник. Слушайте, я бы оставил лес. Я бы оставил лес на тундре, я бы лес оставил. Окей, значит, этот надо будет вырубить. Блин, я думал, вдруг тут проплыть можно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, он на ракетах действует, в принципе. Ну, видимо, значит, фабрики в Асуане и Иуну надо. Хотя я тут могу район еще какой-то поставить. Уже до 10 город вырос. Кампус, центр коммерции, промышленная зона есть. Дамба. Не, ну там нафиг нужна. Ну, наверное, давайте сюда театралку поставим. Не хочу пока фабрику. А вот с культурой у нас проблемы. Так что давайте сюда театралку. Пусть и на плюс один всего. Но надо. Надо. Так, разведывательное управление. Мы прокачаем какую-нибудь губера. Может, пингалу на гранты? В Ракидете, кстати, я могу еще один район построить. И знаете, я, наверное, в Ракидете вот сюда театралку поставлю. Ну, следующим ходом я смогу, будет 13 жителей. Или промышленную зону в нем.
не удалось. Видите, но ему удалось скрыться. Так. Плюс удовольствие всех двумя специализированными районами. Вот это можно что-нибудь поставить. Рационализм всего плюс 3 дает. Мало. А вот либерализм... ну тут два жилья тоже хорошая штука. Блин, я бы, наверное, пока не ставил либерализм. Ладно, не ставим. Ой, что-то порох быстро. Ну ладно, все равно мы оружейную тут покупаем. И дальше, значит, научная теория. Химия через... Литье все равно надо, потом экономить. Да, два банка мы построим. Пригород мы не успеем открыть. Да, пригород далеко. Торговца мы тоже вряд ли получим. Что? Канализация своим ходом. Три линейных пехотинца. Блин. И союз второго. И это мы не сможем ускорить. Вот три линейных пехотинца, мы даже их не открыли, да? Да. Так что это без ускорения все будет. Так. Здесь какой-то надо... Кого-то надо улучшить. Я бы, наверное, Рейну... Нет, где мне не хватает жилья, в каком городе? Потому что мы получим жилье, улучшив. Вообще везде жилье есть. Так, блин, может тогда поменять карточку? Потому что это два жилья, оно дает чисто Пингале. Потому что он с прокачкой. Все остальные губеры без прокачки, поэтому он не работает. Но я бы просто либерализм поставил тогда сюда. Смотрим. Выше крыши, тут везде жилья. Ну и Пингала я все равно бы пока не... Может, Магнуса дальше кооперации, чтобы... Блин, или нет? Или Рейну бонус... Ну, Улян точно ничего. Ну, его можно пересадить в Шедет, например. Кстати, а может поменять их местами? Слушайте, а давайте... Ну, вообще тут аквакультуры довольно мало будет. Смысл. Здесь можно будет сделать, да? Тут будет гавань стоять и здесь. Три аквакультуры. Тоже нафиг надо, честно говоря. Ладно, давайте Магнуса в кооперацию поведем. Так, короче, у Австралии тяжеловато. Давайте у Мали, тем более мы Мали встретили, там 900 монет, я думаю, что приятненько будет своровать. А, подожди, это новое. Это новый шпион. Так, ну тут уже 63%. Может, все-таки в другой город перевести. Так, в няне я там другого кину. Ну как-то очень... Что, Кореи что-нибудь? В Никее... Ладно, давайте в Никею пока. Заодно тут вокруг города посмотрим, что там. Так, никуда не отправляем. Ереван там вроде забирают. А нет, не успели. Значит, в Ракидете я решил театралку еще строить. Два банка же строится. Тогда театралку я бы ставил вот сюда.
на плюс 4. Так, здесь амфитеатр. Строительная инженерия. Меркантилизм никак мы не можем ускорить. А нам точно именно его надо открывать? Ну, теократия не нужна, тут ничего приятного нам нету. Божественное право тоже не надо. Морская традиция тоже не надо. Может, национализм лучше идти? Тоткий корпус. Давайте, наверное... Слушайте, я могу... Через национализм какую-нибудь формальную войну объявить. Так, Викторию надо осуждать. Может, Корее объявить формальную войну? Все там с ней так воюют. А вот какие-нибудь с ней договора вообще есть? Я, правда, не уверен, что война Золотого века — это формальный повод будет считаться. Ну, короче, я бы объявил войну Корее. Проверим. Да, считается, отлично. Корпуса быстрее откроем. Вряд ли... Корея может ко мне пойти, когда с ней Испания и Австралия воюют. Обратите внимание, у инка 68 тысяч денег, 55 тысяч у Александра Македонского. Это что-то у них с помощью Кореи. И то же самое будет у перса и японца, потому что сейчас просьба о помощи персу и японцу. И они сейчас там наваривают, но компьютер не... Фак, вот это я, конечно, просто потерял летучий отряд, потому что там хвачка стояла корейская, черт. Claims that cannot be tested. Assertions immune to disproof. Так, плантация плюс одна пища. Так, теперь литье, потом экономика. Нет, это я никак не могу ускорить. Так. Слушайте, ну он же тогда может... Может, по идее, мне этот караван в итоге разграбить. Ладно, посмотрим. Так. Не могу краба убрать. Блин, значит, придется вот это открывать, да. Значит, это придется открыть без ускорения. Фиг с ним. Потому что мне нету смысла открывать гавань, пока там крабы. Пять производства, отлично. Слушайте, а где у нас ремесленники? Уже я бы ремесленников поставил на плюс 14. Наверное, можно кварталы Медины будет убрать. И поставить ремесленники. Есть банк. Так. Промышленная зона. И театральная. Театральная вот здесь на плюс 2. Но там куча еды. Ну, наверное... Наверное, давайте сначала водяную мельницу построю, а потом, наверное, промышленную сюда я все-таки поставлю. А, вот на плюс 6 же. Стоп. Стоп, 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 стоп. Давайте тут рабочего купим. Будем убирать здесь. Тут у нас будет, значит, промышленная. Тогда, может, мне водяную мельницу не строить. Она
сработает только вот на эту... Давайте, блин, ну... С другой стороны, а что мне сейчас строить? Мне сейчас больше нечего строить, тогда водяную мельницу. Стоим здесь арбалетом, куча армии. Так, вот тут крабика надо будет сначала обработать, прежде чем гавань стоит. То мы, наверное, не гавань будем, а промышленную зону сначала в Шедете. Почеку так испанцу объявил в... Ух ты! Филипп объявил войну Византии, поэтому ему австралиец и... Черт, меня сейчас тут испанцы без меня распилят, возможно. С другой стороны, у испанцев самая большая армия. Ну, одна из самых больших. Посмотрим, короче. Так. Сначала обрабатываем этого крабика. Дальше... Ну, я бы здесь лесопилку поставил. Есть театралочка, амфитеатрик. Убираем улучшение. Тут один ход ждем в Мемфисе, ничего не строим. Так, в Асуане банк, можно фабрику. Значит, фабрики мы в Асуане строим и в Иуну. Они будут влиять на все города мои. В других городах не надо. Хотя, ну, там, где вообще большое соседство надо, тоже будет. Ладно, подумаю. И тут, смотрите, какое низкое. А почему такие низкие шансы в некоторых? Так, Мемфи, да, тут мы откладываем производство. В Иуну. А мы открыли эти археологические места? Нет, не открыли. Но картины мы вообще вряд ли получим. Да, так что я бы археологические скорее ставил. Или вообще давайте сначала фабрику. Давайте фабрику. И угольную потом. Ух ты, слушайте, ну это мировая война какая-то вообще началась. А я в это время сижу, развиваюсь, слава богу. Фу ты, ну ты. Фуф, лишь бы меня не трогали. Так, ну и я очень надеюсь, что испанца ослабят. 1120 у него сила. Он хочет уголь, пожалуй. Кстати, за картину. Но у меня нету художественного музея. Кстати, я ж могу картины просто выменить у кого-то. Нет, сорян, чувак. Пока нет. Но мы тебя будем иметь в виду. Ты нам картину предлагаешь, я понял. Блин, что там дирархи какие-то кавалерию фигачат? Давайте мы сюда подойдем. Пускай, если он будет кавалерией моих пикинеров, чисто для того, чтобы он именно попрокачивал моих пикинеров, туда и встал. Так, собираем как раз для Мемфиса. Это денежка, по-моему, будет, да, 153. Причем 153, потому что тут Магнус сидит. И ставим промышленную зону на плюс 6. А когда мы поставим ремесленников, это будет 12 производства. Вау.
Так, вырубка леса для Ракидета или для Иуну? Я бы, наверное, для Иуну это сделал. Просто вот сменю, я вырублю лес, а потом переключу обратно. Пускай Ракидет это обрабатывает клетку. Еще 102 монеты. Ставим промышленную зону. Так, тут мастерская. Значит, в Аншане... Ну, вообще-то в Аншане тоже можно угольную, потому что тут на 10 производства будет. Может, сначала банк? Давайте банк строить, а фабрику купим, например. Так, тут амфитеатр. Ну, давайте здесь художественный музей сделаем. И как раз можно будет попробовать... Или мы купим лучше угольную фабрику. Вот сейчас достроим, например, в Иуну. Следующим ходом, тем более, что мы поставим карточку на ремесленников. Персия объявила войну Японии. Господи, реально мировая война началась. А мы в самом центре планеты. Мы... Так, Египет. Египет соблюдает нейтралитет. Он всех ненавидит просто. Так, надо Перикла осудить. Блин, если мне сейчас кто-то войну объявит, мне кажется, жопа будет. Потому что 52 силы, а там уже, я слышу, вроде танчики ездят, нет? Так, в экономику вышли. Биг Бен. Биржа. Ну вот биржу я бы построил. Так, и здесь мы, значит, ремесленников ставим. Вместо квартала Медины. Плюс 14, на самом деле там будет больше. За счет еще угольных электростанций. Все-таки, наверное, придется везде фабрики построить. У меня везде соседство для фабрик. Ничего такое. Ладно, давайте уже еда производства сделаю. Да, вот Мемфис не растет нифига. Так, что у нас в Аншане? Вот эту клетку с оленем надо обработать. Его ж не будут затапливать? Нет. Еще затопит эту клетку, тут что-то затопит, пофигу. Так, значит, в Иуну фабрика. Угольную строим. И строим биржу, либо, наверное, биржу все-таки. Сейчас ждем, когда в Асуане достроится. Тоже купим угольную. Стоим в защите. Блин, надо ли мне сохранять этот город, как вы думаете? Я бы его, может, уничтожил, просто эти клетки две выкупил, чтобы он там город больше не ставил. Ну, блин, не выглядит он как вообще вменяемый, нет? Так, может, эту клетку купить лучше? Вроде не затапливает.
Кстати, а тут тоже на плюс 3 гавань. Ну, я бы сюда строил. Просто, чтобы кораблям меньше, ну, меньше клеток бегать надо было. В свою очередь гавань поставлю. Так, лесопилочку. После национализма. Ну, все равно меркантилизм надо в любом случае открыть. А вот дальше, наверное, пойду в естественную историю. Мне пригороды даже ставить некуда. Так что так себе оно мне надо. Наверное, сначала стандартизацию открою, а потом уже так пойду в химию. Блин, там все реально воюют со всеми. Давайте глянем. Мали почему-то с четырьмя людьми в союзе и грек в союзе. А вот македонский с тремя, перс с двумя, грек с одним. Это ладно, испанец с четырьмя, причем самое тут у него Византия и Корея, которые соседи. Я очень надеюсь, что он ослабится. Инк с Александром, испанцем и... Мали, слушайте, а где Инк вообще находится? Мне не очень понятно, вот, по-моему, граница, или это испанцы границы. Вот это похоже на цвета инка, но я не уверен. Да, слушай, такая нормальная война, правда непонятно, кто за кого. Я все понимаю, бывают такие возможности, которых просто нельзя упустить. Сколько у нас еще времени до следующей эпохи? Блин, 75 тысяч у инка денег, 30 тысяч у Кира, 38 тысяч у японца. О, инк сам меня осудил, спасибо. 57 тысяч у Александра Македонского. Мрак. Просто мрак. О, убился об моего пикинера. 10 ходов до конца. Ну, в нормальный век мы уже вышли. Отлично. Будем пробовать. Плюс одну очку. Смотрите, тут армии стрельцов и пикинеров просто против одинокого кирасира. То есть Корея даже откуда-то привела армию все равно со мной повоевать. В Никее найдены источники. Ну вот здесь нормально, 84%. А вот здесь пониже намного, 74%. Не знаю, за счет чего. Может, там шпион сидит внутри. Так, что мы дальше этим... Что нам важно тут обработать? Мне кажется, вот здесь шахту сделать. Блин, и... Я бы, может, эту клетку выкупил. Ну, потому что тоже две еды. Понимаете, тут очень мало у Шедета еды. Так, проверяем города. Вообще, наверное, можно на еду не включать уже. Там просто не вырастет город. Шесть ходов. Важно ли мне тут, чтобы он... Да не особо, честно говоря. Так, тут один ход он вырастет. Два хода вырастет. А так три, да. Два. Оставим. Египтяне сохраняют нейтралитет. Никто нас не трогает. И мы победим. Наверное. Почему-то Эрмитаж. Ну, было 1200 была армия, да, у испанца?
789. Уже. Плюс 3. За... Блин, надо как-то попытаться в Золотой век выйти. Так, с Византией я не воюю, поэтому не боюсь, что он тут влезет. Художественный музей. Ну, кстати, в Ракедете нету промышленной зоны. Ну и нормально. Шпиона могу сделать. Давайте мы... Подождите, сейчас я подумаю. В Асуане я бы купил угольную электростанцию и, наверное, тут шпиона бы сделал. Да, два хода. Тут банк готово. Биржу давайте. В Мемфисе промышленная зона на плюс 12. Тоже тут явно надо в мастерскую угольную электростанцию идти. Ну и в Ракедете, значит, банк. Ну, сейчас будет электричество. Тут сейчас электричество у меня должно сейчас везде быть. То есть пока хватало только из Иуну, но построив здесь угольную электростанцию, на все города сейчас электричество распространится. Оперу и балет ускорили. За художественное. А что, археологически я до сих пор не построил? Прикол, я наоборот хотел вначале археологически, но до сих пор его не построил почему-то. Зато художественный. Так, слушайте, а может мне картинами реально поторговать? У меня как раз угля и лошади. Так, надо у Мали попробовать картины выторговать. Ну это ж просто плюс культура. Но для того, чтобы захватывать испанца, у меня должна быть нефть или алюминий. Что-то одно из двух. Еще я не очень понимаю, почему пехотинцы у нас нефть требуют. 4 золота от всех торговых путей. Ну, я бы все равно это пока не ставил. Так, довольство, промышленная зона. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет, ничего не меняем. Строительство чудес света. Ну, я бы в естественную историю шел. Ради археологов. Сюда шахту можно поставить. Не знаю, сфинксы как-то мне не особо нравятся. Тем более, тут с культурой такое себе. Так. В Александрию, наверное. Какие у нас еще есть варианты? Ракедет, Ньюкасл, 29. Тут 28. Но я бы не тратил ход. А, давайте в Вальедолид. Заодно дорогу тут проведем в Толедо. Художественный. А, я тут просто еще не достроил археобиржу зачем-то. Давайте археологический сделаем. Теперь давайте попробуем с Мали договориться. Что у него тут есть? Пейзаж. Так, а мне есть куда крест, например, разместить? Только если во дворец.
Не, я бы крест не покупал. Я бы вот тогда. Ну, давайте, например, с картины начнем. Тринадцать золота. Я бы ему дал угля. У меня пока плюс, тем более у меня, ну, уже слишком много угля накоплено. У меня два источника угля, и видите, пока плюс три вход. Так, картинку куда-нибудь сюда перебросим. Три культуры. 136-89. Я практически догнал испанца. Но пока я все еще последний по всему. Все еще последний по всему. Кого-нибудь еще есть? Посмотрим, с кем я еще могу поторговать. Ну вот, например. Победный ветер. Что-то там, который делает. Ну, может, тоже угля? Не, плюс три вход маловато. Ну, лошади ему не нужны, очевидно. Не, с этими плохие отношения, поэтому вряд ли получится торговать. Что по науке у них? Перикл второй, 50 тех, 52 у Пачакутека, у меня 37. Ну, то есть 15, немножко догоняю, тем более я сейчас дорогие, наоборот, дешевые не исследую, как раз в дорогие, чтобы в химию быстрее выйти. Ладно. У нас осталось, в общем-то, раз, два, три клетки необработанные. Ну, хотя вот это тоже не обработано, тоже надо что-то сделать. Сейчас еще надо посмотреть. Вот эту клетку надо Шедету отдать, не знаю, правда, зачем. Так, надо... Надо что-то думать, как в Золотой век выйти. Давайте не могу обещать. О, я похитил. А, ну я его задержали. Но я могу договориться об обмене, кстати. Так, ну и что с этим городом? Ну я реально не вижу в нем. А он с другой стороны. А с другой стороны, почему нет? Лояльность высокая. Ладно, оставим. Тем более это еще очки дало. Кайф. Так, идем туда. Так, тогда давайте тут обрабатывать. Может, крабов этих обрабатывать? Ну, я бы, наверное, сразу гавань начал строить. Так, точно монумент куплю. Да, блин, я и амбар куплю, ладно. А гавань надо строить. Так, тут банк. Дальше биржа. Сколько у меня до промышленной зоны? 16. Через 5 ходов можно будет промышленную зону тут построить. Не знаю, правда, где пока. Дальше шпион. О, можно район строить. Священное место нет. Военный лагерь нет. Театралку. Можно, кстати, театралку сюда, а потом здесь какую-нибудь развлекательную. Почему нет? Давайте так и сделаю. Лесопилка. А, так, хочу с Мансамусой договориться об обмене.
13 вход. А если мы тебе эти дипломатические очки выдадим? 7 вход. Ладно, одномоментная. Сколько? Например, 30 50 70. Так, окей, 60. Пятьдесят пять. 57. Принимаем. Так, этого опять отправляем в няни. Это не тот же шпион, это другой. Вот этот, которого поймали, мы отправим в другой город. Да, давайте в Никею. А, слушайте, у меня тут есть, черт. Создание контрразведки, сфабриковать скандал. Блин, а я забыл спровоцировать скандал. Это в ГГшках. Ну, я вообще не вижу, куда мне их отправлять. Блин, а беспорядки... Ага. Давайте беспорядки, на них и покачаемся. Так, ну что, у нас 7 ходов и 3 очка. И 3 очка до Золотого века. Урбанизацию ускорили. Но все равно хочу сначала естественную историю открыть. Так, мастерская. Тут угольная куплена, угольная куплена. Десять. Не хватает и то купить, так что лучше подожду следующего хода. Так, пока минус 3. Пока у меня угля. Ну, можно еще поторговать углем. Сто сорок науки, 100 культуры. Ну, в общем, наравне с испанцем идем, то есть на последнем месте. Кайф. Но испанцы в это время прессуют со всех сторон. И я надеюсь, что этим мы воспользуемся. Толедош, истинный египетский город. Толедо наше. Ребята, проведем спецоперацию. Нет, что это за предложения такие странные. Византия. Кстати, у меня почему-то хорошее отношение с Византией. О, заключить мир. Мы же национализм ускоряли. Так, давайте, может, что-нибудь выцеганим. Какой-нибудь лучше вот шедевр. О, там 8 угля буквально. Да, отлично, это меня устраивает. Может, даже меньше чисто золотишко дадим, например. 30 одномоментно. Хочу меньше угля. Так, картину красивую купили в Корее и мир заключили. Так, обвинить надо Василия, он что-то ко мне стал хорошо относиться, ну и Корею тоже обвинить. Еще плюс одно очко. Many of us take better care of, many of us take better care of our automobiles. Remember that politics, colonialism, imperialism and... На другом континенте. Рыбацкие суда плюс производство, уничтожение, ничего не меняем. Так, обвиняем Василия. Осуждаем. Хотя он уже дружить со мной был готов. И осуждаем Корею. Мы просто картину внимательнее рассмотрели, такая себе. Пейзаж, пейзаж. Надо у кого-то еще пейзаж другого автора купить, и мы сделаем
ускорение и эту тематический бонус получим. Так, а куда он бегал? Почему мне не пишет, куда до этого бегал караван? Чё за фигня? Так, этот прокачан на беспорядке. Покупаем, потому что рыбацкие лодки тут дирархию круто работать для него будет уже. Так, ну мне везде надо фабрики и угольные электростанции ставить. Не хочу, покоплю пока деньги, чтобы конкретно угольные купить. Археологический. Ну все, тут пока до 13 жителей строить нечего. Давайте строителя. Видимо. Так, ничего опять не меняем. 6 ходов, 2 очка. А пейзаж у кого-нибудь можно купить? Кацусика Хакусай. Так у нас есть такой Кацухика. Вы уже там поторговались, ни у кого оригинальных картин нету. Александр, что у тебя? Тоже Кацухика. У нас один художник в мире, что ли? Хасегава Тахухаку. Почему одни японцы что-то? Ну вот это мне подходит. Хасегава Такухаку, правильно я понял? Тут Цюин, тут... Ага. Цюин, кстати, это же китайский скорее. Так, ну что, как... За что Перикл мне это продаст? Мне слишком много... Ну, я бы купил. То есть это рядом не 400 будет, скорее всего, где-то в районе 300... Нет, 375. Нет. 383. Да. 379. Ну, 380, нормально. Устраивает за то, что мы ускорим. Тематический бонус. Культурное наследие ускорено. Ну, это и это в два раза больше культуры еще дает. Что я ведь и до сотни добил. Культурное наследие. Это где у нас? Ускорилось вот здесь. Так, ну сейчас археологов. И, кстати, во, мне надо археологов просто будет покупать, раскапывать. Это ж каждый этот... Артефакт — это одно очко эпохи. Что выполнили? Прикатить лицам выполнено. О! Конго. Мы, кстати, это видели в слухах. Будем с ними дружить. Мали и Конго — это те, кого я уже имею право не осуждать. Зато Мали меня осуждает, фак. Черт. Так, 760. Что-то у испанца прекратила уменьшаться армия. тысячи у Конго, нормально? Так, формальный повод Манса Мусе объявить. Опять Александретта отвалилась, и опять она к нему будет присоединяться. Не знаю, что там у них происходит постоянно. Может тут... Ну, сфинкса надо на реках ставить. Точнее, там на пойме, чтобы...
Я лучше ферму поставлю. Так, естественная история. Одно очко за то, что Конга встретили. Давайте посмотрим, что там у Конга. Джинсики есть. Посольство. «28 однократный 3 вход всего лишь?» Конечно, мы согласны. Блин. Вообще задешево. 5 довольств. Смотрите, как у меня довольство. Кайф. Это я за счет этого очень много имею всего. Я понимаю, что дорого, но иначе у нас этот город расти не будет. Это надо было сделать. 3 шпиона из 3 работают. Потом мы их отправим на то, чтобы технологии красть. Театралка в Асуане. Амфитеатр. Строитель в Иуну. Ну, наверное, надо начинать эти исследовательские гранты. Потому что больше в Иуну нечего строить. Кстати, корпуса надо сделать. Три корпуса. Все, мобилизация ускорена. Ну, тут, кстати, тоже можно корпус. Все, у меня эпоха. В золотой век опять выйдем. Это очень хорошо. Но вот догнать мы никого не можем. А это очень плохо. Вы злоп... О, уже и Конго меня сразу оскорблять кинулся. 83 тысячи, 67 тысяч, 60 тысяч, 84 тысячи, 48 тысяч. Эх, ребята, если бы вы мне вот так тоже через донаты помогли... Ой, не работает моя вебка. Если бы меня 60 тысяч набросали, я бы уже все, я бы делал видео... Каждый день просто, безостановочно. Но лучше украинцам, конечно, помогайте. Только если что-то там осталось у вас. Так, смотрим, есть ли мне где копать вообще. Где вот это место, что-то не пойму. А, во, блин. Ну, вообще 7 мест на территории. А это где? Вот это. Что-то хреновато видно, вот третье. Ну, короче, можно этих археологов брать. Так, теперь в урбанизацию. Тут что-нибудь, никаких карточек нету, 2 посла есть. Можно аквапарк, кстати, будет в Асуане где-нибудь вот тут организовать. Ну, сначала археологически. Ну да, я бы... А что это, считается, что я не могу? А, я еще не выкупил эту клетку. Ну, в любом случае, сначала археологически мы будем делать. Так, в Ракидете промышленную зону. Где? Плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 2, плюс 2. Плюс 2. Я бы, на самом деле, вот сюда поставил. Несмотря на то, что тут плюс 1, а тут плюс 2. Но тут еды меньше. Потом, если я сюда поставлю, вот это перестанет соседствовать для этого и для этого, я бы сюда ставил. Да. Так, археологический. Какие у нас доступны
На 29, а тут 20. Не знаю, почему у меня к испанцу самые дорогие бегают. Сам удивлен. Некуда послов отправлять. Вообще не исследована карта, да? Да, ну и политический курс мы тоже не меняем. Зеленые карточки никакие. Лучше правительство, не монархия, не теократия. Ну, тут сейчас торговая республика для меня, конечно же, лучший вариант. Так, надо археолога покупать, так? Пока у нас археологический только один. Тут второй будет. И пока не будем добывать артефакты, это будет на следующую эпоху очки. Как я тютелька в тютельку сейчас выхожу, 78 из 78 необходимых, вообще кайф. О, рок-группы уже у японца, нифига себе. Вообще у него, да, в два раза больше культуры. Но вообще это... Вообще 400 вон культуры у инка. No innovation in the past 200 years. Так, успешно спровоцировали беспорядки, это значит, что прокачка. Хищение средств, вероятность... Давайте хищение средств возьмем. Правда, тут у нас уже тоже работает на хищение средств. Вон чувак сидит. Следующим ходом узнаем, сможет похитить или нет. Что по... По техам. Впереди Конго 50. У меня 30... Ну, слушайте, 11 технологий уже разница. Тем более, что мне тут вон до химии 4 хода осталось. И у меня наука... Взлетит прямо. Так, ну тут угольную надо покупать. А зоопарк строить. Или не надо мне зоопарк? Это как бы 5 довольства. Давайте лучше биржу. Так, значит, сколько у нас? 3 хода. Просто иду сюда и становлюсь в ожидании. А зачем я тогда его покупал? Я бы лучше угольные купил. Так, священка нет, военный лагерь нет. Ну, театралку я бы угольную опять же купил, заповедник некуда ставить. Причем театралку вот сюда поставлю. Я понимаю, что тут даже плюс... Или сюда, слушайте. Тут всего две еды, одно про... Давайте сюда. Соседство для района все-таки. Давайте. Продолжаем исследовательские гранты. Заодно, кстати... А, ну да, я уже всемирную выставку не вытяну. Ну... Не мог я проекты читать. У меня есть что строить, иначе я бы просто тут сидел без ничего. Так, давайте я маяк куплю. Верфь построю. Ну и торговца следующим ходом куплю просто. Сейчас денег нету. Посмотрим, где его выгоднее всего. Все-таки мне везде надо, видите, фабрики угольные строить, потому что у меня хорошее соседство для промышленной зоны. Я хоть немного свое производство подниму. В сравнении с тем, что есть. Так, а ребята вообще воюют? С испанцем-то? Александретта в осаде. Я, кстати, удивлен, как я чудом Иуну сохранил, что оно не отвалилось. 30 всех чудес к созданию строителей. Не, не буду менять. Опять же, не буду менять. Кто-то неизвестный лидером на всемирной выставке стал.
Не, все-таки ферму. Блин. Убит. Мы не смогли там украсть. Жаль. Ну зато этот, тут у меня два прокачанных. Так, давайте время выполнения снижается. А мани опять же некуда пока что. Гранты в Пингале тоже пока. Давайте кооперацию возьмем. И тут будут складываться все промышленные зоны для этого города. О, ко мне прибыло. Блин. Черт, придется уходить отсюда. Че ты ко мне пришел? Здесь не будет сильно грабить. Так, откуда нам купить караванчик? Из Ракидета в Нюка. Ну, давайте в Ракидете купим караванчик. Ощущение средств до третьего уровня. Надеюсь, на науку что-нибудь откроем. Так, в Ракидете... Давайте купим мастерскую, а фабрику построю. А, подожди, так тут не надо фабрику, тут чисто мастерская достаточно. Тут слишком маленькое соседство, вот тут как раз не надо. Тогда здесь давайте шпиона. Тут продолжаю исследовательские гранты. Тут амфитеатр. Дальше идем в урбанизацию. Потом, скорее всего, в мобилизацию. Две полевых пушки. Это, кстати, апнуть арбалеты, но я пушки даже не открывал. Вот они в баллистике. Кстати, военного инженера можно построить. И железные дороги попробовать посознать. Правда, я их тоже еще не открыл. Пока терпим. О, Эфиопия. Я думаю, что Эфиопия это неплохо развита. Да, 258. А больше всего науки. А нет, у Кореи больше, 265. Сейчас надо еще глянуть. Ну, зато 363 культуры у Эфиопии. Ну, там за... у нее уникальные эти ее... улучшения, там дофига культуры дают. Блин, надо проверить, кто с кем воюет. Такое ощущение, что с Испанией все прекратили воевать. Что нечестно. Надо наказывать. Так, на 100 претензий больше. Давайте испанец. Дальше... Давайте не дают бонус научные. 2 очка победы я. Какое-то что-то я не выполнил. А, чтобы я не... Я же говорил, что я не буду... Что я же не обещал ему, что не буду воровать техи у него. Филипп 100%, отлично, это, кстати, здорово. В религиозный город государства, нафиг надо. 2 очка Сандок. Надо вообще проверить еще дипломатическую победу. 12 из 20 у Перикла. Так. Тут вообще и дипломатическая маячит. Испанец. С Византией замирился, к сожалению. С Австралией, Инком и Кореей воюют. Ну, Корея вот тут. Снизу. И Австралия здесь. Инк, интересно, где? До сих пор не знаю, где Инк находится. Мне все-таки кажется, что где-то здесь. Давайте в Александрию отправлю. Я понимаю, что меньше, но мне почему-то хочется туда.
Давайте какой-нибудь другой город перебросим. К Мали не надо, что-то он в Мали какой-то злой, всех ловит. Давайте вот в Конго. Биржа завершена. О, обратите внимание, уголь у меня перестал накапливаться. 6 из 6. А когда я построю... лаборатории, он начнет уменьшаться даже. Наверное, зоопарк все-таки. Всем в шести клетках плюс одну к давай. Понимаешь, что у меня сейчас плюс 5, но это может закончиться. Пожалуй, биржу. Мне пока не нужны археологи, потому что еще не вечер. Еще не... Не могу его убить. Еще не началась новая эпоха. Катя, почему он стоит просто тут, никуда не двигается? Я чтобы пойти... Блин, я даже не посмотрел, что у Эфиопа вообще-то. Ну хорошо, хоть он не осудил меня. Надо глянуть. Хотя я бы с ним не особо торговал. Он тут явно лидер. 286 науки, 364 культуры. Ну, вот с инком они. Инк и Эфиоп. Я считаю, тут лидеры. Надо глянуть... Не вышел ли кто-нибудь из них в космопорт? Ну, слава богу, ты свалил. Среднее наводнение, ущерб предотвращен. Ну, у меня бы и так он был предотвращен за счет того, что я Египет. Ну и на этом пока все. Вышли в эпоху атома. В золотой век. Вроде египетская цивилизация воспряла, но догнала пока только последнее место. Открыли лабы. Сейчас будем лабы усиленно строить. Везде я хочу только посмотреть, что там у Эфиопа, во-первых. Можно ли с ним чем-нибудь торговать? Можно. Вот так. Два вход. Почему нет? А алюминий он мне не продаст, да? Ну, я бы соглашался. Теперь давайте смотреть, что по развитию. Первый инк 56, у меня 40. Так, я на 16 тех отстаю. Эфиоп второй. А вышли ли кто-нибудь? Ух ты, они уже, смотрите, они уже первые эти запустили. А Конго второй проект заканчивает. Да, ребята, мы так нормально так отстаем. Но продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, кидаете донаты, переходите на более высокий уровень спонсорства. Продолжение буквально скоро. Играйте в умные игры и слава Украине. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть...